Вон, видишь, девчонки носят. Девчонки носят, да? Мальчишки, девчонки. А, ну там немножко осталось. Это все до осени. Это все до осени. Это до осени, я говорю, по идее, вот там, это вырубится, парк будет отличный. Будет отличный. Это мы оставляем на следующий субботник до осени, чтобы пока здесь клещей не тревожить. Ну, целую кучу. Можно было отсюда подъехать, ну, в принципе, уже пусть одна куча будет, да? Ну, теперь-то, конечно. Теперь уже одна куча. Ну, ничего, вы там дрыны таскаете. А березы-то какие вон здесь? Альфа? Альфочка, Альфочка-девочка. Да. Ау. Шиповников много, Оксана. Зацеплять можно. Ага. Клещей, да? Заносы. А я думала, клещей, занос. Нет, клещей-то нет. Понятно. Ну, сейчас мы еще одна ходка и все. Посмотри, какие березы-то хорошие. Да? Это мы на следующий субботник оставляем. А может, Василий, я увезу, пока в кафе, я там чай попью. А я их увезу. Они сидят в машине. Сейчас увезем. Подпотели, я говорю, все, и продует их нафиг. Так, а сейчас их заберу. Ну, пока машина едет, ну.